CERN физики нашли или почти нашли частицу, которая была вроде бы предсказана в 1964 году, когда и подумать нельзя было о том, что когда-нибудь будет такой масштабный эксперимент. Частица эта называется Хиггсовским бозоном по имени одного из шести авторов, писавших в 64 году на эту тему и в общем предсказавших свойства этой частицы. И праздник у физиков наступил по той причине, что произошедшее является триумфом духа. Частица была впервые возникла на бумаге как чисто теоретическое построение, необходимое ради согласования двух принципов. Это очень важно понимать. Два принципа, лежащие в устройстве мира, таковы. Во-первых, мир симметричен. Вообще мир такой, как он есть, только потому, что в нем действуют определенные симметрии. Мы с этим сталкиваемся более-менее каждый день. Пространство справа от меня, передо мной и слева от меня, если убрать стенки и людей, более-менее одинаково. Если я уберу отсюда Землю, то сверху и снизу тоже будет примерно одинаково. Таких симметрий на самом деле много. И мир устроен прекрасно и познаваемо только по той причине, что он достаточно симметричен. Симметрий много, они глубокие, и некоторые из них скрыты. С другой стороны, чистая симметрия – это вещь совершенно неинтересная. В полностью симметричном мире, например, все частицы летали бы со скоростью света. И ничего подобного нам, любому из нас, даже ничего подобного звездам, галактикам там существовать бы не могло. Таким образом, перед теорией, перед нашим пониманием того, как устроен мир, стоял такой вызов. С одной стороны, мы можем описывать, хорошо описывать и получать точные результаты только для достаточно симметричного мира. А с другой стороны, мир нарушен. В частности, частицы в этом мире имеют массу. Они не безмассовые, как в идеально симметричном мире. Вот Хиггсовский бозон возник как ответ на вопрос, как согласовать эти два принципа. И возник он примерно так. Ну, а что бы такое можно было бы написать, чтобы как-нибудь убралось противоречие? Цена того, что противоречие убрано, это постулат. Это дополнительное предположение, которое больше ниоткуда не следует. Предположение о том, что вся Вселенная пронизана некоторым полем, которого до этого никто никогда не наблюдал. Прошло 40 лет, с 1964 года, даже больше, скоро будет 50, и это предположение оказалось проверенным. И оказалось, что так оно и есть. Значит, то, что, собственно, нашли, что, или почти нашли? То, что нашли, является квантом этого поля. Значит, тут история такая, что поле – это нечто плавное и распределенное. Ну, например, поле температур в этой комнате вокруг меня. В каждой точке комнаты есть некоторое число. Это температура в этой точке комнаты. Там, где стоит нагреватель, она больше. А там, где стоит кондиционер, прямо рядом с ним, она меньше. Но в микромире каждое поле рождает такие кусочки и вообще способны существовать только на самом деле в виде кусочков, которые называются кванты. При определенных условиях они выглядят как частицы. И вот эта частица этого поля и называется Хиггсовским бозоном. Хиггс в честь Хиггса и в честь пяти остальных авторов, которые писали об этом. А бозон – это чисто техническое название, просто все элементарные частицы делятся на две большие группы, просто все делятся на две группы. Одни называются бозон, другие называются по-другому. И эта частица в силу своих свойств оказалась бозоном. Так что название бозона – это техническое свойство. А частица эта исключительно короткоживущая. Это первое ее свойство. Очень массивное – это второе ее свойство. Массивное, конечно, в масштабе микромира, по сравнению с массой протона. Она примерно, как сейчас выясняется, в 133 раза тяжелее протона. Откуда она может взяться? Как ее можно увидеть? Здесь действует еще один фундаментальный принцип природы. Чтобы создать большую массу, нам нужна большая энергия. Вот эта большая энергия создается в адронном коллайдере, когда сталкиваются протоны. В момент столкновения возникает очень большая энергия, которая выделяется во что-то. В частности, в рождение частиц. Среди этих частиц, если энергия достаточна, может родиться и Хиггс. Вот его хочется увидеть. Проблема в том, что увидеть его так, посмотреть глазами и сказать, во, я вижу Хиггс, это невозможно в принципе. Он настолько короткоживущ, что распадается практически мгновенно. Кстати говоря, много раньше, чем у него будет хоть какой-нибудь шанс долететь до этих впечатляющих детекторов, которые там под землей установлены в ЦЕРНе. Это устройство почти столь же впечатляющее по своему размаху, как и, собственно, сам ускоритель, сам этот адронный коллайдер. А что же тогда эти детекторы детектируют? Детекторы
пытаются уловить продукты распада этого Хиггса. То есть вот если этот Хиггс родился, то у него потом есть несколько способов распасться на другие частицы. Более стабильные и более известные. Некоторые из них, в свою очередь, снова распадаются. Вот эти продукты распада ловят. А потом пытаются понять, а из чего они могли бы взяться. И ищут статистическую, вот это ключевое слово, статистическую превышение продуктов распада, которые объясняются в первую очередь Хиггсом и ничем другим. Вот та постепенность, начиная с декабря прошлого года, в таком медленном таком объявлении о том, что вот что-то вроде, вот уже еще немножко больше мы померили, объясняется тем, что мы не видим Хиггс единовременно. Это вовсе не единовременное событие. Мы статистически анализируем данные, и вероятность того, что то, что мы сумели выделить среди массы других процессов, массы других частиц, то, что мы сумели все-таки выделить, объясняется именно Хиггсом, постепенно возрастает. Это 0,99 с возрастающим количеством девяток. Там есть технический термин сигма. Сколько сигма? Там 2 сигма это почти ничего не значит. Это значит, что то, что происходит, могло бы быть чистой флуктуацией. Никакого Хиггса на самом деле не существует. А вот то, что является научным критерием открытия, это 5 сигм. И вот это возрастающее количество девяток. В чем? В вероятности того, что то, что мы наблюдаем, объясняется именно существованием Хиггса, а не чем-нибудь еще. Вот это сейчас происходит. Эти девятки постепенно накапливаются. И несомненно, что дальше будет накапливаться. И дальше возникает следующий вопрос. Каковы свойства этого Хиггса? Что точно про него известно? В тех моделях, в которых он возник для примирения, казалось бы, непримиримых вещей, оставалась некоторая свобода. Ему можно было придать немножко такие свойства или немножко другие. И вот это, собственно, ниоткуда теоретически не следовало. И это сейчас выясняется. По мере дальнейшего статистического анализа того, что происходит, мы будем узнавать все больше и больше о структуре самого этого Хиггса. Опять-таки, мы никогда не смотрим на него прямо. Мы анализируем продукты его распада. Тем не менее, все вместе это то, что удалось последовательно и непротиворечивым образом проследить всю вот эту вот цепочку событий, это, я повторюсь, триумф духа. По той причине, что здесь воплощены несколько фундаментальных принципов, на которых основан мир. И тот факт, что Хиггс или что-то очень на него похоже, давайте просто говорить Хиггс, открыли, означает, что мы в целом правильно понимаем устройство мира. Что мы в состоянии силы мысли. То есть фактически силы логического анализа. Проникать очень-очень глубоко в структуру материи. Также точно мы проникаем назад во времени. Это вещи связанные во времена Большого Взрыва. Также мы проникаем в дальние уголки Вселенной и, быть может, в другую Вселенную. Чисто силы логического анализа. Строя математически непротиворечивые модели, исходя из тех принципов, относительно которых мы убеждены, что мир основан именно на них. Вот факт. Открытие Хиггса – это подтверждение фундаментальных принципов устройства мира. И, конечно, это трамплин для дальнейшего исследования, потому что как только мы получаем ответы на одни вопросы, мы немедленно оказываемся в состоянии задавать новые вопросы. Эти новые вопросы сейчас очень скоро, конечно, последуют.